Праздник Вознесения Господня является престольным для Свято-Вознесенского храма села Нерубайское. В этот день прихожане встречали главу Одесской митрополии митрополита Агафангела. Архипастырь возглавил в храме имениннике служение божественной литургии. Теперь, по своем вознесении на небо, Христос Спаситель воссел одесную величественного небесного престола Бога Отца. Для каждого верующего человека этот праздник символизирует открытие небес, но в то же время праздник имеет и легкий оттенок грусти, ведь Господь покинул землю. Однако, несмотря на это, Иисус Христос не оставил человечество. Вся церковная гимнография, напротив, свидетельствует о незримом для человеческого ока везде присутствии Божьем. Сегодня, дорогие во Христе братья и сестры, у нас действительно духовная радость. Для нашего храма это двойное торжество. 210 дней до основания нашего прихода. С праздником мира, здоровья и Божьего благословения. Пусть Господь благословит всех. Для каждого человека главной целью его земной жизни является достичь тихой пристани, Царства Небесного, неба, на которое вознесся Господь, пройдя через бурное море житейских плаваний.